куда ехали? Нет, трезвый водитель. А откуда, попросил, куда ехали? Смирного заехал взять водки. Не... Заехали взять водки? Да. Каким автомобилем управляли? Ну, Мерседесом моим. Каким? Мерседес марка есть? Ты чудо, я даже не знаю. Мерседес Вита, наверное. Ну, микроавтобус. Значит, товарищ лейтенант. Все, давай, чеши, я... Вася, пиши. Зачитаем вам ваши права и обязанности. Значит, пошел ты на... Я тебе честно скажу, я трезвый был, я за рулем был. Я еще раз объясняю. Еще раз тебе, лейтенант, объясняю. Оставлять сотрудника полиции. Тихо, да хоть пизди куда, я знаю, у меня кенты есть, все везде я отмажусь. Я отмажусь, не ссы. Отмажусь. Слушай меня. Я зачитаю вам ваши права и обязанности. Да, и что ты, пиши, шакал ты, еб... КОАП. Да, говори, что ты можешь? Взять я вас будет, еще раз предупреждаю. Я вас еще раз предупреждаю, да, за оскорбление сотрудников полиции. Да, понты. При исполнении. Да. Сейчас будет вызван следственный комитет, будет на вас составлен. Давай. Материал тебе... по 319. Давай, я тебе козла. Я тебе козла за взятку сейчас буду принимать. Что ты у меня попросил деньги. Все, коротко и ясно. Шикал, ты покойник, все, я тебе отвечаю. Ты наручник, я не одевал их уже, ну, лет 20 не одевал. Я одел. Ну, ты одел, ну, ты покойник. Посмотри, лейтенант, ты уже не будешь ты лейтенантом. Я отвечаю, мои дети тебя убьют, и внуки, и пацаны мои тебя убьют.